Знакомьтесь, Андрей Максимов, третьекурсник Института социального инжиниринга СИБГАУ. Рядовой студент, как он сам себя называет. Выясняем, что его интересует, смотрим, как проходит его учебный день. Это мое рабочее место, место руководителя студенческого штаба универсиады. Это основной центр по набору и студентов, волонтеры нашего штаба, волонтеры нашего университета. Все свободное время Андрей тратит на общественную деятельность. Руководит штабом универсиады 2019. Общественная деятельность превращает именно студентов в профессионалы. И студент понимает, зачем ему это вообще призвание, или зачем ему эта профессия, где он обучается. Андрей успел поработать на Красноярском экономическом форуме, на молодежном саммите и написать проект «Красноярск. Спортивная столица», который занял 2-е место на всероссийском конкурсе. Все домашние задания Андрей выполняет здесь же. И ему не нужно носить с собой конспекты и учебники, ведь у него есть гаджеты. У меня, например, для этого установлена специальная библиотека даже, с помощью которой я готовлюсь к экзаменам, я готовлюсь к сессии, находясь даже в автобусе. Ни разу не был Андрей и в краевой библиотеке. Вот, например, научно-электронная библиотека – крупнейший российский информационно-аналитический портал, где можно найти научный журнал, научные издания. Важный аспект в жизни студента Андрея Максимова – присутствие в соцсетях. Личных страничек у него 10. Селфи сейчас вообще неотъемлемая часть жизни любого студента, любого общественного деятеля, и поэтому каждое мероприятие, каждое свое событие студент пытается запечатлеть на фотографию, на селфи и выложить в социальные сети. В столовой современный студент Андрей Максимов ведет себя сдержанно, не пытается заедать усталость и стресс сосиской в тесте. Андрей выбирает правильное питание и здоровый образ жизни. Нам осталось выяснить последний нюанс. Как же современный студент отдыхает? Современный студент развлекается с сдачами сессии и пересдачами сессии. И как раз вот 25 января – это тот день, когда сессии все завершаются. И студенты могут вздохнуть с облегчением и пойти поспать.